Чи багато людей займаються донорством крові та як до цього ставляться? Про це у нашому опитуванні. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до донорства крові? Позитивно, звісно, відношуся. Сам кров не здаю, тому що не маю права здавати, у мене є заболівання. А так, взагалі позитивно стою. У мене жена здає кров, я являюся донором. Так що, я думаю, це допомога людям, це обов'язково треба. Це хороше діло, тобто я сам згорю здаю кров. Наверно, це хорошо. Наверно, треба допомагати людям, які в цьому нуждаються. Положительно. Я считаю, что это нужно. Вообще положительно, как бы это помощь людям. Да, это опасно в некоторых моментах, в особенности в Украине, так как не сильно стерильно у нас происходит, стерилизация приборов. А вообще считаю, это хорошо, да, это помощь людям, люди в этом нуждаются. Если у меня есть возможность помочь, почему бы нет? Чи вважаєте ви за необхідне те, щоб кожна людина здавала кров? Ну, это если у нее есть возможность еще, если у нее есть, вот, кровь ее подходит. Поэтому я считаю, что это вообще так и надо, потому что кровь нужна и пострадавшим, и больным людям это обязательно надо. Необхідно ні, тільки за бажанням. Надо это, нужно. Возрождателки еще старые времена, по донорской крови, так сказать, это надо. Как кто хочет, ну вообще да. Это все зависит от человека, его понимания. Типа, я считаю это правильным, я считаю это нужным. У меня есть возможность, почему не помочь. У других людей свое мнение, они считают по-разному. Как бы. Я считаю, что если есть помощь, ты можешь помочь, но помоги.